Здравствуйте! Сегодня мне очень повезло. Кто-то на помойку выставил совершенно новый пылесос Буран. Вот. Причем стоял он в фирменной коробке. Сохранилась даже его коробка. Вот где он убирался куда. И его паспорт. С гарантийными обязательствами. Дата продажи. 1959 год. Вот. Так. Давайте его, как и всегда, со всеми пылесосами, как я поступаю, также вскроем и проверим состояние. Как говорится, не будем надеяться на его внешний новый вид. Все-таки проверим, ну и интересно его устройство. Вот. Это вот очень хороший бункер для сбора мусора. Высоко расположено у него. Всасывающее отверстие. Высоко, то есть воды можно наливать и работать им с водой. Так. Мы это убираем. Давайте его разберем. Вот. Так. Так. Проверим состояние подшипников, состояние щеток. Он и внутри новенький. Так, это защитный кожух, чтобы не присасывался этот мешок пылесборника. Вот. Так. Так. Разбирать одно удовольствие. Все винтики, болтики хорошо откручиваются. Нет признаков коррозии. Что снаружи, что внутри. Красочка перламутр. Просто идеально. Так. Ну что. Вот эти боковые надо. Раскрутить. Так. Так, все, это боковые раскрутил. Так, располовиниваем. Так. Опа. Туго. Опа. Туго сидит. Так, вот мы подобрались во внутреннюю часть. Давайте посмотрим щетки. Щетки очень легко извлекаются. Опа. Доступ к ним очень удобный. Опа. Так. Ну, щеточки практически не затронуты. Тот пылесос купил и молился на него. Так. Ставим на место. Открываем вторую. Так.
Вот и вторая полноценная щеточка. Так. Коллектор. Состояние коллектора прекрасное. Подшипники не разбиты. Так. Ну что ж, давайте соберем его. Соберем. Так. 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 Центруемся. Так. Все. Так. Его. Доставим. Все, устанавливаем защитный. Так, ладно. Время не буду отнимать. Кожух я поставлю. Потом давайте мы его испытаем.
соберу. Время идет. Опа. Так. Фу. Так. Так. Опа. Так. Все насадочки, щетки, все в комплекте. Полное. Так. Так. Вот так вот. Ну что, включим. Так. О. Даже не слышно. Вот это в коллекции один из бриллиантов будет. На этом до свидания. До следующих роликов. Ой. Забыл сказать. Очень похож на пылесос Сатурн.